Ну что, на ковре мы встречаем Аверину Арину. Красота, потрясающий один из лидеров нашей сборной России Ариша. Высокая сложность. Ирина Александровна вырабатывает это все с Аришей с утра до вечера. Конечно, не без помощи Веры Николаевны Шаталиной. Также постановщика Ирины Зиновко и хореографа Вероники Шаталиной. Вероники Шатковой, простите. Обыкновенная постановка. Хочется тоже выйти и плясать вместе с Аришей. Да, это целый спектакль. Это отнюдь не набор элементов под музыку. Именно вот над этим работает Ирина Александровна со своими воспитанницами. Но то, что касается именно этой композиции, то здесь выбор музыкального сопровождения. Белла Чао, известная музыка. Итальянских партизан эпохи сопротивления, такая патриотичная. Нашла она отклик и в душе гимнастки, поэтому вот в унисон работали и сама гимнастка. Безусловно, при постановке упражнений. И ее наставница. Ирина Александровна полностью проходит сама через эту музыку. После травмы операции она, безусловно, лидирует в команде. Итак, Ирина. Оценка Арины Авериной 26-45.